Восьмая глава книги пророка Осии. Трубу кустам твоим, как орел налетит над дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он — дело Израиля. Художник сделал его, и потому он не бог, в куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его».